Проверка Ленинской прокуратуры показала, что за обрушение кровли двухэтажного дома на улице Лежневской отвечать будет управляющая компания. ГУ ЖХ номер 2 ненадлежащим образом осуществляла содержание и текущий ремонт чердачных конструкций. Также, согласно регламенту, очистка крыши от снега должна осуществляться незамедлительно сразу после снегопада. Напомним, что кровля обрушилась 26 марта под тяжестью снега. Никто не пострадал. Сейчас крыша восстановлена. В адрес директора ГУ ЖХ номер 2 внесено представление. В отношении управляющей компании, а также должностного лица Ленинской прокуратуры возбуждены дела об административных правонарушениях. Санкции данных статей на юридическое лицо подразумевают наложение штрафа от 40 до 50 тысяч рублей, на должностное лицо, в свою очередь, от 4 до 5 тысяч рублей.